74 года мирного неба над головой. Сегодня мы решили узнать у ульяновцев, что они хотят пожелать ветеранам Великой Отечественной войны и остальным согражданам. Мы пожелаем прежде всего им здоровья, долголетия, исполнения всех желаний и любви от всех окружающих. Долголетия, любви всех близких и своих родных, и дожить каждому до 100 с лишним лет. Здоровья, чтобы они не болели, жили долго, чтобы государство им помогало, заботилось о них, конечно, не забывали их родные и близкие. Не забывать все-таки о тех годах Великой Отечественной войны, помнить, гордиться и обязательно участвовать в бессмертном полку. Ветеранам я в первую очередь хочу пожелать крепкого здоровья. Мы всем благодарны ветеранам за наше чистое небо над головой. Всем хочу пожелать тоже здоровья в первую очередь, чтобы нашим ветеранам платили больше пенсии, больше денег, и всех благ всем, всех с 9 мая. С Днем Победы! Чтобы помнили победу в Великой Отечественной войне, воспитывали молодое поколение в своих потомках, внуков, детей, чтобы они правильно понимали роль и место свое в нынешнем времени, чтобы они эту память несли дальше. Чтобы о них не забыли, заботились, их немного осталось. Самое главное – здоровье. Остальное все будет, чтобы помнили, чтобы хранили память. Счастья, здоровья, любви, чтобы внуки их любили, не бросали и государство поддерживали. А нашим простым согражданам, современникам что пожелаете? Любви, уважения, чтобы люди друг к другу относились хорошо и добрее были люди просто. Радость, успеха, долголетия, всего наилучшего, здоровья, самое главное, всего хорошего. Здоровья в первую очередь, конечно, здоровья, долгих лет жизни и мира. В этот знаменательный день что можем только пожелать? Тем, кто еще остался жив, здоровья, 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 долгих лет жизни, чтобы они нам воочию напоминали о том подвиге, который совершил наш народ, и они в том числе. Здоровья им еще раз и успехов. Я желаю нашим ветеранам, чтобы они прожили еще очень долгое время в счастье, в здоровье, чтобы у них все было замечательно, и чтобы каждый день был наполнен радостью и улыбками. Остальным ульяновцам что пожелаете? Чтобы они ценили труд, который вложили ветераны в нашу счастливую жизнь, и чтобы они их уважали и всеми способами поддерживали.